Всем привет! Сегодня выпуск достаточно неожиданный, он не планировался. Просто нашел в интернете информацию о том, что компания Apple при производстве MacBook Pro вставляла монетки под привод для баланса или еще для чего-то. Ну, в общем, непонятно. Стало интересно, есть ли эти монетки в наших MacBook Pro. Сейчас мы их аккуратненько откроем и посмотрим вместе с вами. Очень интересно, кстати. Вот. Это модель 2008 или 2009 года MacBook Pro. Это модель 2012 года. Топовая версия на тот момент была. Самая дорогая. Вот. 2012 и 2009 вроде бы. Вот. Можно ради интереса посмотреть, чем они отличаются за 3 года. Пока ничем. Ну, тут тоже все одинаково. 3 года разницы. Здесь все то же самое. Ну и вот эти приводы, под которыми как бы вроде бы должны быть монетки. Мы сейчас откроем и посмотрим, что тут есть и чего тут нету. Будем раскручивать по очереди ноутбуки. Вот эти болтики. Уберем. И посмотрим, есть монетка или нет. Вдруг люди обманывают. Приступим. Один болтик у нас тут упорно не поддается. Уже сорвана резьба. Открутить его, наверное, не удастся. Но даже вот так вот видно, что монетки там нету. Вот. Надеюсь, еще ситуация в том, что на этом ноутбуке менялась клавиатура, потому что на нее случайно опрокинули кружку с чаем. И, возможно, при ремонте потихонечку эту монетку вытащили. Вот, и вернули уже без нее. Но сейчас мы проверим еще на втором. Если и там нету, то значит нам просто не повезло. Продолжаем искать монетку. Вот этом первом. Я уже его собрал обратно. Мы ее не нашли, хотя шансы максимально были именно в нем найти монетку. Сейчас приступаем ко второму. Тоже нету. Как вы можете видеть, тут монетки тоже нету.